Мы начинаем наше путешествие к Рахель и Мейну, к маме Рохель. И вот мы припарковались здесь, у стадиона Тедди. И вот мы садимся в автобус. И наши водители, между прочим, наши двоюродные братья, там забрасывают камнями. Там, на самом деле, очень серьезная подготовка для безопасности всех тех, кто приходит, приезжают на Йорцайт, на годовщину смерти Рахель. Но везут нас туда арабские водители. Вот это вот такая израильская реальность. Невозможно без арабов. Они работают на каждом шагу. А с другой стороны, многие из них являются потенциально опасными. Как решить эту дилемму, израильское общество не знает. От настоящего этого места остались только картинки. Все остальное, все в бетоне. С другой стороны, смотрите, какое количество полиции, армии. Говорят, что все армейские командиры, они обещали, что ни одного дня не будет прерывания молитвы у матери Рахель. Потому что они согласны, несмотря даже многие из них совершенно религиозные люди. Они понимают, что то, что происходит, то, что они такое количество террористических актов могут предотвратить, это только чудеса. И только вмешательство нашей заступницы перед престолом Всевышнего может нам так помогать. Это слова командира или бывшего командира бригады пограничников, которые обеспечивают безопасность в этом регионе. Это офис управляющий. Сейчас они уже куда-то убежали, на это они здесь будут. Идем по такому коридору и попадаем чуть позже к непосредственно к могиле праматери Рахель. Важный момент дать немного стака на лиды. Здесь можно что-то попить, специально внизок. В общем, чисто аккуратно, да, все построено на самом деле. Витражи. Все очень новенькое. Но на самом деле Ишиес. Не знаю. Сложные, так смешанные чувства, как бы, когда мы знакомимся. На этих картинках мы видим, как выглядела могила до всех этих сооружений, крепостных стен, которые вокруг нее. На самом деле, этот вид, который она приобрела, это заплатил сэр Моше Монтефиоре. В 1884 году он сделал этот проект, получил разрешение от турецкого султана на это. Как это выглядело до этого, честно говоря, не знаю. А вот там вы видите, это первая помощь. Здесь можно получить, если не дай бог понадобится, первую помощь.
так это выглядело перед застройкой, перед тем, как это стало в современном сейчас виде, который мы это знаем сейчас, то, что мы видим здесь. Могила Рахели написано. О, здесь есть ворота. Ключ от них, этих ворот был только у специальных габаим. И некий секрет, видишь, что там особенно невозможно. Тут дверь открывали только специальным засовом и ключ. И секрет хранился у тех, кто был за это ответственен. Сейчас это уже не имеет никакого смысла. Там за этой стеночкой, там женщина. Огромное количество книг Таилим, самого царя Давида. Целый полк, посмотрите. Целый полк книг. Сейчас мы дойдем до непосредственно. Вот здесь. Так это выглядит. А туда направление Иерусалима. Туда и будем молиться. Почему туда? Потому что в нашей традиции мы никогда не молимся никому, кроме Всевышнего. А почему мы приходим сюда на могилу про матери Рахель? В книге Зоар написано, что в дни, что в принципе душа праведника своими ногами находится на ее могиле, на его могиле. Как это объяснить, я не знаю. Но каким-то образом Рахель Эмейну находится здесь и слышит молитвы своих сыновей и может, не знаю, заслугу. Мишна Брура говорит, что можно молиться только в заслугу праведника, ни в коем случае не обращаться к нему. Но в книге Зоар и в еврейской традиции мы находим, что да, обращались к Рахель, к другим праведникам. Смысл такой, что их душа тоже может попросить у Всевышнего, точно так же, как живой праведник может попросить у Всевышнего помолиться. Точно так же и человек после смерти, его душа, может к ней обратиться, чтобы она помолилась Всевышнему. Вот такая вот интересная идея. Спасибо. Ну вот мы приехали сюда, на могилу праматери Рахель. Сегодня вечером с заходом солнца начинается ее годовщина смерти, 11-го Хешвана. Если вы слышите на фоне, там буквально плачут, заливаются женщины, мы здесь это не видим. Но, в принципе, в автобусе было очень много женщин. Понятно, образ про матери Рахель – это любимая жена, которая ушла в 36 лет, осталась любимой женой, была специально похоронена здесь, на дороге, в том месте, где через много лет ее сыновья должны были уходить в изгнание. И она стала такой заступницей, единственной, которую послушал Всевышний, что сыновья твои вернутся. На самом деле есть два отношения. Всевышний сказал ей: перестань плакать, Рахель, перестань плакать. Есть плата за твое
действие, и вернутся твои сыновья, в их границы. Есть два подхода. Как-то я слышал, что водитель такси, с которым я много ездил, Володя, он написал, написал книгу, и вот в своей книге он говорит такую вещь, что он приехал сюда и встал у могилы про матери Рахель и сказал: «Не плачь, матушка Рахель, мы вернулись». А Рав Хаим Шмулевич, когда он в 1944 году приехал сюда с Ешивы Мир, он приехал, упал на могилу Рахель Эмейну и закричал: «Мама, плачь, продолжай плакать, потому что мы еще не все вернулись». И на самом деле, когда мы сюда проходили, я все время думал, чей подход мне ближе. Мне кажется, что подход Рав Хаима больше, потому что мы должны пройти сюда к маме Рохаль через просто крепостные условия. Мы не можем пройти здесь, мы боимся, что нас закидают камнями, мы спрашиваем полиции, как сюда пройти. Наверное, надо продолжать, чтобы мама продолжала плакать, чтобы мы могли сюда вернуться спокойно. Спасибо.